Дорогие братья и сестры, пусть Божий мир наполнит сейчас каждое сердце. И мы вас приветствуем сейчас. И сейчас у нас время размышлений и время изучения Слова Божьего. Давайте помолимся. Дорогой Господь, благослови нас сейчас на изучение Слова Твоего. Помоги нам разобрать 7 главу пророка Исаии, чтобы увидеть в ней главную идею и применить ее в своей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Итак, у нас сегодня какой урок? 3-й урок, и он называется «Когда рушится твой мир». Вы знаете, вот этого названия уже урока, вы знаете, оно сразу напоминает ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Когда мы вошли в 20-й год, и началась эта пандемия, что произошло с этим миром? Мир рушится и рухнул у многих людей. Когда люди лишились работы, когда люди лишились бизнеса, когда многие ушли в мир иной, и мы вошли в 21-й год, и что-то еще продолжает продолжаться, скажем так. И каждый, наверное, из нас думает, а что в моем сердце? Рухнул ли мир в моем сердце? И вот сегодняшний урок, разбирая его, мы увидим, что для того, чтобы этот мир не рухнул в нашем сердце, у нас должна быть твердая основа, и эта основа – наш Господь. Давайте прочитаем памятный стих, записанный в 9 стихе, 7 глава пророка Исаии. Пожалуйста. Седьмая глава пророка Исаии, 9 стих. Пожалуйста, кто готов? Спасибо. Итак, откроем все Библии. 7 глава пророка Исаии, будем изучать ее. И мы также будем касаться других книг Библии. Перед тем, как мы начнем читать эту главу, давайте напомним, какой воцаряется царь после смерти царя Озии? Пожалуйста. Царь Ахаз. Давайте откроем 28 главу книги «Второе Паралипоменон» и посмотрим, как Библия характеризует этого царя. С 1 по 4 стих. Пожалуйста, кто готов? Читайте. 28 глава. С 1 по 4 стих. Ахаз взошел на престол в возрасте 20 лет и 16 лет правил в Иерусалиме. Он не делал того, что в глазах Господа было праведно, не поступал, как праотец его Давид, но шел по пути царей израильских и даже сделал себе литые изображения ваалов. Он совершал жертвоприношения в долине Бен-Хинном, и сыновей своих проводил через огонь, совершая те же мерзости, что творили народы, которые Господь изгнал перед израильтянами. Он приносил жертвы и совершал воскурения в капище, и на холмах, и под всяким раскидистым деревом. То есть, каков был царь Ахаз в глазах Бога? Ну, полный безбожник, да? Нечестивый, безбожный царь. А теперь давайте поговорим о том, какая ситуация сложилась политическая вот в этот данный момент. Пожалуйста, какая ситуация была? Израильский царь и царь сирийский объединяются в союз для чего? Чтобы напасть на что? На кого? На Ассирию, да, чтобы противостоять ей.
И они хотят взять в союзники кого? Иудею. Но царь Ахаз, что он? Соглашается или отказывается? Он отказывается принять это предложение. И он, у него есть план. Какой у него есть план? Объединиться с Ассирией. Объединиться с Ассирией. Но перед тем, как мы начнем дальнейшее наше рассуждение, я надеюсь, что вы все читали 28 главу до конца. Что еще произошло до этого момента? Мы сейчас будем читать эти стихи 1, 7 главы, 1, 2, 3 стих. Мы должны сказать, что уже большая часть Иудеи, она была что? Завоевана. Было много убито людей. Это когда ассирийцы и Израильское царство нападали на Иудею. И очень больше, многие территории, они были уже что? Захвачены. Было много уведено народа в плен и убито очень много людей. И остается только Иерусалим. И вот такая ситуация сложная приходит в жизнь Иудеи. Приходит жизнь царя Ахаза. И в этот именно момент Господь посылает пророка Исаию царю Ахазу. Давайте будем читать с 1 по 3 стих 7 главы Исаия. В дни правления в Иудее царя Ахаза, сына Иофама и внука Озии, на Иерусалим пошли войной сирийский царь Рецин вместе с царем Израиля Факеем, сыном Ремалии, но не смогли его завоевать. Между тем, когда весть о том, что сирийцы соединились с ефремлянами и что они уже близко дошла до дома Давидова, затрепетало сердце у царя и у всего народа, как трепещут деревья на ветру. И третий стих, пожалуйста. Господь сказал тогда Исаии: «Выйди вместе со своим сыном Шаар-Яшувом навстречу царю Ахазу, туда, где начинается водосток от верхнего пруда, по дороге к полю болельщиков». Спасибо. Итак, мы прочитали и подтвердили ту ситуацию, которая происходит. То есть кризисная ситуация. Вы согласны с этим? Что же предпринимает царь Ахаз? У него есть план какой-то? Пожалуйста, у царя Ахаза есть план, чтобы выйти из этой ситуации? Пожалуйста, кто желает ответить? Кому он обращается за помощью? Мы уже... Пожалуйста, брат Геннадий. Он обращается к ассирийцам. И что он делает? Какие его действия? Что он берет и приносит царю ассирийскому? Пожалуйста. Да, спасибо. И тут Бог вмешивается и хочет показать царю Ахазу другой путь, Божий путь. И вот здесь мы сейчас немного остановимся над этими стихами, где написано, что где происходит эта встреча. Мы потом продолжим эту мысль в конце нашего урока. Что эта встреча с пророком Исаией, она находится где? У верхнего пруда, конец водопровода верхнего пруда, на дороге к полю Белильничьему. Мы потом дальше продолжим эту мысль, подтвердим уже в конце урока. И вот для чего Исаия приходит со своим сыном навстречу царю Ахазу? Пожалуйста, как вы думаете, для чего это сделал Исаия по повелению Господа? Пришел со своему сыну, со своим сыном на эту встречу. Пожалуйста, активнее, активнее. Бог еще дал Ахазу одну возможность поверить ему, довериться ему и испытать его. Еще последнюю возможность через Исаия, через его сына, он дал ему возможность. А это уже его был выбор.
Тогда имена имели особенное значение. Пожалуйста, кто дальше может развить эту тему? Что означали эти имена? Имя Исаии и имя этого сына его. Пожалуйста. Ну, вообще, действительно, имя Исаия означает «Господь спасает», а имя его младшего сына означает, вернее, старшего сына, это первый сын, да? А имя его сына означает «Остаток вернется». И то, что Ахаз, царь Ахаз, находился около водопровода, говорит о том, что он, как бы оценивая ситуацию, он ожидал помощи Ассирии, и оценивая ситуацию, думал, ну, понятно, что город без воды долго не может существо прожить. Его он будет капитулироваться. Капитулировать должен будет перед врагом. Поэтому он, оценивая эту ситуацию, надеясь на помощь царя Ассирийского, стоял на этом месте, и к нему подошел его... Ну, мы знаем, что он является каким-то как бы родственником даже по линии царской этого царя. И как бы, и вот представьте себе, он подошел, и вместе с ним сын. И он говорит, а как зовут, наверное, твоего сына? Остаток вернется. И как бы его даже имя Исаии тоже напоминает о том, что Бог-то спасает. И несмотря на все эти как бы такие попытки Бога вот какими-то способами достучаться до Ахаза, ну, не получилось. Потом он предложил ему дальше, наверное, будем сейчас об этом говорить, знамение. И он получил отказ и от этого. То есть Ахаз не выбрал Бога. И в этот трудный момент он тоже как бы сдался. Спасибо. Что еще мы можем добавить? Кто, может быть, хочет, желает добавить к этому что? То есть не только вернется остаток, но что этот глагол означает? Покаяться. Покаяться и вернется. Еще нет этого плена, скажем так, да? Но уже Бог говорит, что остаток спасется, он покается. И что самое главное? Что Господь будет вместе с теми, кто будет верен ему, кто доверится ему. Что, как продолжается дальше эта история? В глазах Господа эта ситуация видится совсем по-другому. И пророк Исаия продолжает говорить с Ахазом. Давайте прочитаем 4 стих и по 7, пожалуйста, кто желает. «И передай ему, будь осмотрителем, но не бойся, сохраняй спокойствие и не падай духом. Что тебе эти две дымящиеся головешки, разгневанные Рецин сирийцами и сын Ремалии? Да, сирийцы, ефремляне и сын Ремалии замышляют против тебя недоброе. Пойдем на Иудеи, призывают они, и разделим ее между собой, а царем поставим сына Таваля. Но вот что говорит владыка Господь. Не бывать тому, ничего у них не выйдет. Над всей Сирией главенствует Дамаск». Все, спасибо. По 7 стих. Ага. Спасибо большое. Какая здесь главная мысль? Вот мы прочитали с 4 по 7 стих. Как успокаивает Исаия царя Ахаза. Что он этим хочет сказать? Наблюдай и будь спокоен. Как это понимать? Просто сесть где-то в тихом местечке и сидеть и ждать, пока что-то упадет с неба? Или как? Что это означает? Наблюдай и будь спокоен. Пожалуйста. Какие есть мысли у кого? Ну, я хотел бы сказать, что допустим, пророк Исаия, Бог его посылает для того, чтобы показать, что ну, не от человека помощь приходит. Она приходит от меня, где бы ты ни находился. И он, как царь Израиля, он точно знал, откуда помощь приходит. Точно знал. Но в данном случае, говорят, лучше как там воробей в руке, чем жаворонок в небе. И он думает, ну вот это же мои соседи, они же обещали, они же помогут, это же рядом. Но Бог как там, когда придет? Такую часто мысль допускают люди. Лучше вот сейчас иметь и сегодня. Кто знает, когда что будет. Это большая ошибка была этого царя. И Исаия, он напоминает и говорит, слушай, ну,
не воинством, но не силой. Вот ты просто посмотри, как Бог будет действовать. Как Господь будет действовать, как Господь будет поборать. И даже вот сын, который приходит с ним, он ему такое пророчество на будущее дает. И говорит, слушай, что бы ни произошло, чтобы ты знал, что народ, остаток все равно спасется. Они уйдут в плен, они вернутся с плена. Это все произойдет, но спасется тот, кто останется верен. И царь, он вообще ноль, он не внимает. Он просто полагается на силу, на оружие, на друзей, на соседей. Ну и, конечно же, проигрывает. Спасибо. Значит, глагол «наблюдай», он означает «будь начеку», да, «будь внимательный». Это не какая-то статистическая картинка и для нас, когда мы имеем проблемы, и в этот тяжелый момент, в котором находится царь Ахаз и Иудея. То есть Бог говорит, что ты не страшись, оставайся в покое, пусть в твоем сердце будет мир. Я контролирую эту ситуацию. Когда в нашем сердце неспокойно? Когда мы что? Мы пытаемся в своей жизни контролировать все. И когда что-то, какой-то контроль, мы не можем на него повлиять, и, то есть проконтролировать какую-то ситуацию, мы начинаем нервничать. Мы неспокойны. А Бог хочет сказать, не все тогда и сейчас в нашей жизни мы можем держать под контролем. И если мы доверяем Господу, Он возьмет инициативу. Он возьмет под контроль то, что не в наших силах. И, пожалуйста, брат Ров. Я вчера проповеди говорил, когда Яир пришел к Иисусу, Иисус сказал, успокойся и веруй. Проблема, когда у страха настолько велики глаза, что люди начинают совершать необдуманные поступки. И вот здесь он предлагает, наблюдай. И он еще говорит об этих двух царствах, они как дымящиеся головешки. То есть их участь, Господь говорит, уже решена. Тебе нужно посмотреть только на это. Но люди, как обычно, думают, что Бог это хорошо, но мы знаем лучше. И то, что и происходит в этом случае. Потому что у Ахаз уже был свой план, как это сделать. Бог его не смог переубедить. Спасибо. Да, то есть в глазах Бога эти государства маленькие, они были действительно, как сказал Рауф, и здесь в стихе написано в четвертом, что это уже как вот эти угольки, которые, знаете, когда уже костер уже сгорел, все, уже нету огня, и они догорают, что скоро они вообще закончат свое существование. Но что, как уже было сказано, царь Ахаз не внимает этому, потому что у него есть свой план, и он хочет следовать этому плану. И давайте дальше будем читать, давайте прочитаем 9, 10 и 11 стих, пожалуйста. И глава Ефрема Самария, и главы Самарии сын Ремалиил, и если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, проси себе знамение у Господа, Бога твоего проси, или в глубине, или на высоте. И 12, пожалуйста. И сказал Ахаз, не буду просить и не буду искушать Господа. Спасибо. Мы могли еще прочитать 8 стих, чтобы понять до конца. Значит, когда Господь говорит через пророка Исаию царю Ахазу, что ты не бойся их, этих Сирии и Израиля, не бойся, потому что это не состоится. Но ты верь. Если ты не будешь верить, да, написано, то ты, что другой перевод? Мы читали уже памятный стих в другом, что ты не устоишь. Как вы понимаете это выражение? Ты верь. Если ты не будешь верить, ты не устоишь. Пожалуйста, какие мысли есть? Что значит верить? А если не будешь верить, то ты не устоишь. Он должен верить, что Бог поможет. Только Божья сила сможет победить, потому что
та армия, которая была против них, она была намного больше и казалось, что она сильнее. Спасибо. Кто еще может что-то добавить? Что значит верить? Вот сижу, например, и в кресле и говорю, верю, 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 вот так оно будет, и сижу дальше. Верить. Что значит верить, чтобы устоять? Пожалуйста. Ну, это верить. Полностью довериться, в том-то и дело. Вот эта вера, что положить все на плечи Господни, который намного сильнее. И самое интересное, что Господь предложил Ахазу, ну прямо, вот если не веришь, я тебе сейчас докажу. Между да, людьми. Поговорим попозже. А Господь, я тебе дам знамение. Ну и Ахаз лукавит тут. Он, конечно, показал немножко, что он Тору знает, но на самом деле он просто следовал, как ему казалось, своему мудрому политическому решению. А у меня есть, мол, договор с Ассирией, и я это сделаю для славы своей. Спасибо. Что значит все-таки верить, тогда устоишь? Пожалуйста, брат Рауф. В свое время над Ниагарским водопадом был натянут трос, и человек с тележкой шел взад-вперед, и он собрался, большая толпа, он спрашивает, вы верите, что я пройду? Он говорит, верим. А кто хочет сесть в тележку? Я переведу на другой конец. Никто не согласился. Мы верим, но не позволяем Богу действовать. Верить – это следовать четко Божьим указаниям. Верить – это доверять и действовать так, как нам Бог говорит. Мы все верим, но доверяем ли в той мере и позволяем Богу действовать? Спасибо. Вы знаете, как насчет того, чтобы сделать со своей стороны все возможное? Если мы помолились Богу о какой-то ситуации, мы должны что-то сделать со своей стороны или все отдать Богу, пусть Он все делает. Как вы думаете? Вы знаете, мы должны... Пожалуйста, микрофон дайте. Всегда есть та часть, которую должен выполнить человек. Конечно, решать какие-то большие вопросы будет Господь, но есть та часть, которую мы можем делать. Если это связано, скажем, с какой-то работой там, мы должны приложить со своей стороны возможное и тоже в том направлении. То есть активно верить, активно ожидать. Не просто сложа руки, а быть активным. А если мы складываем руки, это не значит, что мы проявляем доверие. То есть мы проявляем доверие, и что в наших возможностях, мы тоже со своей стороны делаем. Это путь, который, наверное, самый разумный в наших доверительных отношениях. И там, где мы не можем сделать, Бог всегда там сделает. А что мы можем делать, мы со своей стороны делаем. Спасибо большое. То есть мы должны сотрудничать с Господом, и Бог желает этого, чтобы мы свою часть работы выполнили. Пожалуйста, сестра Манана. Да. Верить, я думаю, что знат хорошо Бог. Он всегда прощает, он всегда просит, верьте мне, доверяйте. Я исполню ваши желания. Если мы доверяем, это доверие, что такое верит. Доверяем Богу полностью. Я не знала язык, читала, потому что хотела знать. Язык я из Библии учила. Слава Богу, потому что мы должны знать хорошо. Спасибо. Что же происходит дальше? Итак, Господь продолжает. Еще я хотела сказать, что вера происходит из опытов. Брат сказал, что надо двигаться. Вместе с Богом надо работать. Если у нас опыты есть, то вера будет возрастать. И сам Бог говорит, испытай меня, не залью ли я небо на тебя благословение. И он хотел испытать Ахазу, но Ахаз не захотел иметь опыты с Богом. И вот когда мы имеем опыты с Богом, каждый день молимся и получаем ответы, у нас вера возрастает. Спасибо. Аминь. Что же происходит дальше? Бог продолжает бороться за сердце
царя Ахаза. И что он предлагает ему? Для того, чтобы он поверил ему, он предлагает: проси что? Проси знамения. Давайте прочитаем. Значит, 11 мы уже прочитали, да? Бог говорит: проси знамения. Давайте прочитаем 12 стих. Что отвечает Ахаз? И сказал Ахаз: не буду просить и искушать Господа Бога. Тогда сказал я Исаия: слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? И 14 уже. Итак, сын, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Спасибо. Итак, какой мы слышим ответ царя Ахаза? На первый взгляд кажется, что он такой вот скромный, ну вот как-то не хочет Бога даже беспокоить. Но в чем вообще была вот суть этого отказа? Что на самом деле думал в этот момент царь Ахаз? Пожалуйста, у кого какие будут мысли? Пожалуйста. Хотя ответ Ахаза так, на первый взгляд, выглядит очень благочестиво. Не буду Бога утруждать. Но на самом деле это был просто, ну, как бы завуалированный такой вот ответ о том, что, ну, у меня есть свой план, и я бы хотел, чтобы он исполнился. Ну, как мы говорим, ну, ты, Боже, там имеешь какой-то план, но я-то знаю, что лучше для меня. Поэтому я предпочитаю свой собственный план. Спасибо. И вот мысль та, что вот не буду искушать Господа. Ну вот что значит не искушать Господа? Пожалуйста, брат Рауф. В то время, когда Господь призывает Моисея, Господь говорит: я тебе дам знамение. Говорит: Господи, я не могу. Тут он обращается к Моисею и говорит: что в твоей руке? Говорит: посох, брось его на землю. Как бы тебе нужна была вера бросить этот посох на землю? Потом Моисей говорит: Господи, покажи мне свою славу. Искушение это было Бога. Обратиться к Богу и говорить: я хочу знать, что ты есть в моей жизни, покажи мне твою славу. А мы обращаемся к Богу и говорим: покажи себя в моей жизни. Это искушение? Как вы думаете? Когда мы просим Бога показать себя в своей жизни. Знамение? Показать. Или что? Ну, мало ли. Но когда наша вера ослабевает, мы хотим увидеть Божье присутствие. Что же все-таки в библейском понимании... Спасибо. Что же все-таки в библейском понимании не искушать Господа? Нам здесь даны стихи из Второзакония 6 главы и 16 стихе, и 17 глава книги Исход, 17 стих, где четко написано, что значит не искушать Господа Бога. Когда мы в своей жизни, если мы не будем читать эти стихи, я вам предлагаю еще раз их перечитать и понять, что же такое искушать Господа Бога, не искушать Его. Когда мы в кризисных каких-то ситуациях, когда мы, может быть, нас постигает какая-то потеря в жизни, когда мы сильно заболеваем или еще что-то случается, мы обращаемся к Богу, ничего не меняется, и мы говорим, можем сказать: молитва не работает, вообще Бог есть Он? Он вообще присутствует в моей жизни? Вот это называется искушать Бога нашего. И как сказала сестра Алла, что действительно у царя Ахаза был свой план. Потому что если следовать плану Божьему, нужно было что-то поменять в своей жизни. А так не хочется. И вот порой и мы что-то предпринимаем в своей жизни, решаем какие-то вопросы. Сначала приняли решение, потом позвали Бога. И так потом его теребим и говорим: пожалуйста, вот тут я хочу так. И не получаем. Но иногда Господь в своей милости говорит: на, если ты так просил, получи. Но ты увидишь, какие будут последствия.
Потому что эти уроки, вот эта глава, она касается каждого из нас. Чтобы мы могли задуматься действительно, какая вера наша. Доверяем ли мы Господу? Или мы верим тогда, когда нам очень хорошо? А оно действительно так. Верить всегда легко, когда все хорошо. Итак, знамение. Давайте прочитаем 14 стих. Какое Бог дает знамение через пророка Исаию? Какое Он дает знамение? Пожалуйста. Вот дева понесет и родит сына, и назовет ему Иммануил. Спасибо. Вы знаете, очень много вопросов к этому стиху, да? Наверное, мы задаем вопрос, кто такая дева, да? Кто такой сын и так далее. Потому что если мы будем читать этот стих в контексте еще 8 главы, если мы будем читать и 15, 16 стих этой же главы, мы поймем, что это знамение, оно простирается на какое время? Что оно, это событие, это знамение нам показывает на событие как вселенского масштаба, потому что мы уже знаем Евангелие от Матфея, да, где ангел говорит, что родится нам кто? Сын от девы и так далее. Мы все читали уже эти стихи. И имя его будет какое? Иммануил. Но это знамение касается события данного момента, данного исторического периода. И некоторые предполагают, что этот сын, он мог быть сыном и царя Езекии, потому что у него было много жен, да? Что это мог быть сын и самого пророка Исаии. Но главная мысль, вот та, что мы уже ее сказали, что оно имеет двойное значение. И имеет эти события, они как раз и произошли. И нам легко же об этом говорить, правда? Но вот слово «Эммануил», что оно означает? И что оно сейчас? С нами есть Бог. И что оно вот сейчас для нас значит? Вот именно для нас, людей, живущих вот в это время. Как вы? Пожалуйста, что оно для нас значит? Пожалуйста, кто микрофон возьмет и скажет? Пожалуйста. Что значит это имя для нас сегодня? Сегодня для нас, где мы двое или трое среди нас, Господь, где мы собираемся во имя, где мы закрываем дверь, молимся с нами, где мы в общество говорим с нами, Он есть с нами, и в ушах. Вот это слово «с нами Бог», это как будто кажется, что если с нами Бог, мы не должны болеть, мы не должны ничего делать. Бог говорит, что должны терпеть, увидеть Божью силу. Бог знает, кому что нужно. Человек не знает, что его жизнь нуждается, что нуждается Богу от человека. Спасибо. Как и тогда, так и сегодня Эммануил, он означает для нас все. Он и есть для нас наш внутренний мир. И пусть какие-то штормы вокруг нас, бури, все что угодно может происходить, а у нас есть Эммануил. И если мы будем ему доверять, мы будем иметь этот мир в наших сердцах. И если он начал в нас это доброе дело, и он обязательно нас доведет до победного конца. И вы знаете, в заключение хотелось бы отметить, что
книга Исаии, главы 7 главы по 39. Исследователи говорят, что это главы доверия к Богу. 7 главы по 12 – это как царь Ахаз не доверял Господу. Потом идут примеры доверия, а потом с 6 по 39 главу, как доверял Господу царь Езекия. И мы упоминали это место, да? Верхний поток этого пруда. Мы говорили о нем. И это же место упоминается в 36 главе книги Исаии. Это нам показывает, что на том же самом месте царь Ахаз принял решение не покоряться Господу. А царь Езекия принял Господа и продолжал ему верить. Поэтому я вам всем желаю, дорогие братья и сестры, не забывать, какой ценой нам досталось спасение. Чтобы мы могли всегда помнить, что Бог всегда с нами. А великая борьба, она продолжается. И на нашем пути будут падения. И мы, может быть, будем страдать. У нас будут трудности. Но в этих трудностях с нами будет Бог, Эммануил. И даже если мы пойдем в долину смертной тени, мы что? Пройдем этот путь. Потому что посох нашего Господа, он дает мир в наше сердце. Аминь.